วัสดีครับสวัสดีครับэто я сытая. У нас тут перерыв. Мы сейчас проехали практически до конечной опять точки Коланты. И здесь вы видите прекрасный ресторан с прекрасным видом. Решили здесь. А если здесь посмотреть? Да, ничего страшного. Это самое где-то мы. Ой, я по карте как-то не очень ориентируюсь. Но тут должно быть. А вот она, эта река, да? А, ну вот мы. Ага. То есть нам вот еще до сюда где-то 2 километра. А потом мы поедем обратно. К сожалению, кольцевой дороги нету. Мы как доезжаем до национального парка, и нужно ехать в обратную сторону. И Филипп, как много других разных туристов, также и мы, короче, даем их сам. Продолжение следует...